артефакты я сначала снял с Эмбер, но потом решил переделать и поставить ей инструктора на мастерство стихий. И наконец, после всех приготовлений, мы можем приступать к бою. А вот эти хили-чурлы как раз будут для нас отличной мишенью. И тут вы, наверное, подумали: ясно, автор кликбейтит, вообще он лох и ролик не имеет смысла. Как бы не так. А что если я вам скажу, что Барбара является одним из лучших ДД не потому, что она наносит очень много урона, а потому, что она бессмертна.